тебя два варианта. Можно включить установку и пробраться сквозь нее. Там короче, но опаснее. А можно выдвинуть служебные мосты. Но тогда идти придется в темноте. Освещение не работает. Тебе решать, солдат. Thank you.
скажу о том, что я знаю и чего не надо. Рабочие постоянно докладывают мне, что слышат странные звуки. Голоса. Кто-то их зовет. Даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока сам не услышал. Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетливо услышал чей-то голос, который говорил «Сюда, сюда». Я обернулся, но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Никого. Я даже проверил журналы работы. В этой зоне никого больше не было. Не хочу показаться психом. Но мы с ребятами сильно перепугались. Пошли разговоры о призраках. Так что я очень прошу выслать патруль и прочесать зону. Мне и моим рабочим так будет спокойнее. Заранее спасибо. Генри Нельсон. Конец записи. Yeah.
Двигатели 32 неисправны. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Солдат, группа «Браво» не отвечает. Неизвестно, что с ними. У них с собой карта с шифровкой. Обязательно найди ее. В ней код сигнала СОС. Без нее нам не связаться с флотом. Ты наша последняя надежда на получение подкрепления. Быстрее отыщи эту чертову карту.
Клапане реактора выше безопасного уровня. Еще одно нарушение техники безопасности. Заменять фильтры системы охлаждения надо по графику, а не когда у техников дойдут до них руки. Грязь в фильтрах приводит к росту напора в выпускных трубах охлаждения, и даже небольшая неисправность в выпускной трубе может сместить или уничтожить стержень-замедлитель. Активная зона перегреется, и весь завод взлетит на воздух. Зарубите себе на носу. Если я еще раз замечу такое, дежурная смена ремонтников тут же будет снята с реактора и отправится чистить канализацию. Вот так вот. Пол Рад, главный инженер завода МПРО. Я хорошо понимаю беспокойство совета директоров. Да, в последнее время случаи нервных срывов на базе участились. Но я не понимаю, зачем нам в МПРО столько патрульных роботов с тяжелым вооружением? Возможно, вы не согласитесь, но я доверяю психическому здоровью моих сотрудников гораздо больше, чем тому, что творится внутри этих железок. Собственно, я как раз об этом. Сегодня один из моих лучших инженеров, Патрик Томас, получил пулю, когда робот не опознал его допуск. Вы не ослышались? Пулю! К счастью, рядом оказался ремонтник и приложил робота разводным ключом, пока тот не успел добить Патрика. Пат теперь в больнице на месяц, и вряд ли его заставишь подойти близко к такому роботу. У нас и так трудная работа. Еще не хватало, чтобы нас стреляли. Если здесь собираются завести тюремные порядки, то, по крайней мере, приставьте к нам живых конвоиров. А больше уже не прошу. Тереза Чезар, аналитик оружия, 3 ноября 2145 года. Результаты первых испытаний новых боеприпасов к плазмомету МАКС-4 намного превосходят ожидания. Теперь мы можем поместить в один и тот же контейнер вдвое больше плазмы, чем раньше. Если применить технологии, разработанные для компактора молекулярного топлива, то, полагаю, можно будет увеличить емкость контейнера еще вдвое. Пока моя работа с контейнерами идет успешно. Коллеги мне очень помогают. Спасибо. По соображениям безопасности я помещу плазмомет, с которым работаю, под замок в шкаф 063. Код замка 972. Конец записи.
Переходный мост выдвинут. Thank you.
Добрался до центра связи. Надо немедленно передать флоту сигнал. Берегись Свона и Кэмпбелла. Этим шишкам из корпорации плевать, что будет с нами. Давай, Шимон!